Этот сэр-подписчик, рассказываю, уже подвожу к теме, пока он меня добавляет, друзья. Сэр-подписчик задонатил 5000 рублей и сказал эти 5000 рублей розыгрыш сделать по артам. И арты уже, ну, в принципе, готовы. Поэтому мы будем сейчас смотреть. Вот, красиво. Оцените пока, какие были условия. Вот, и все такое. Все, ну тогда начинаем. У нас 604 комментария. Я не ожидал, если честно, но я надеюсь, то, что там будет, ну, на самом деле, арта 3. Мы каким образом... Ладно, я знаю, каким образом мы будем выбирать. Обновить не забудь. Да-да-да, Катя, спасибо. Так, 602 комментария, там Катюша удаляет. Все, спасибо, 604 комментария. Открываем. Ну что, погнали. Оцениваем артусы. Я предлагаю такую штуку. Смотрите. Мы открываем и делаем скриншот с человеком и с этим, как его, и с его артом. А потом мы найдем этих людей, ну и им там уже розыгрыш, бом-бом и все такое. Так, здравствуйте, сэр. Ну, оцените данный вот... Арт красивый, но на конкурс нужно было либо поменьше сделать, либо как-то, чтобы получше вписывалось. Так да, это не важно, в принципе, это вообще можно удалить. Фон не, ну вообще прикольно. Мне нравится еблет, как сделан, вообще прикольно. Оценочка 9 из 10. Так, это в таком случае, смотри, сделай, ты у тебя есть программа для скриншотов? Да, наверное. Ну, вот за скрин, вот чтобы имя было написано, и вот и арт попадал в этот скриншот, чтобы мы потом отложили. И сохрани его себе куда-нибудь. Так, идем дальше. Здравствуйте, мистер Петёпа, это вам. Вот этот вот арт. Смотри, на конкурс все написано. Все... И вот, это, вот этот мне нравится прям офигенно. Вот это крутой. Просто пиздатый мне. Так, охуенно. Смотри, здесь супер лайк ставлю и тоже сделай скрин. Сделай скриншот. Да, сейчас. Так. Да. Вот это прям вообще класс. Реально лайк. Вот это крутой арт. Потом залейте, пожалуйста, кому не лень, кто эти арты делал, в альбом с фанартами. Можете залить? Ну вот это прям классно. И тут еще и смысл такой прикольный, то что это типа темная сторона. Это более светлая сторона, это более темная. Это клевая штука. Так, красиво. Ты сделал скрин? Да, да. Так, едем дальше. За дебан, в принципе. Да. Ладно, так. Ну, это приколюхи, но опять же бан. Вот это прикольный, да-да-да-да-да. Еще то, что он карандашиком нарисован, вообще классно. Все, я тоже сделал скрин. Вот это прям круто. Не-не, вот сделай скрин, когда вот автор написан. А, и... там это справа, когда арт открываешь, там... А, все, окей. Вот это прям вообще крутой, вот это классный. И ты, тем более то, что я тут как бы настоящий, ну, короче, офигенно, что тут говорить, чисто класс. Еще в Инстаграме, если выложите такое в Инстаграм, то я, ну, и отметите меня, я там лайкну в Инстаграме, если вам это важно. Так, ну, это так, типа, слабовато уже на фу. И вот это вот, ну, вот это непонятно. Смотрите, я не знаю, кто рисовал или не рисовал, но у меня почему-то перестал показываться рабочий стол. Вот это вот выглядит, вот смотрите, как написано ха-ха, да, как написано пятерка, и просто как будто в пейнте открыли арт и добавили на конкурс 0812. Это в любом случае, ну, подобное не будет проходить, даже если какой-то, типа, очень классный арт будет. Еще этот, если у кого-то стырили арт формата А4, кинь ссылку в чат, пусть они там с пруфами, что это их арт, все такое. Ссылку на мой... Да, нормально. Ну, это прикольно, но, типа, как бы бан, ну, как бы не бан. Вот, ну, прикольная работа, но я видел уже и посерьезнее. Так, едем сюда. Два вариантика. На конкурс. Ну, вот это прикольно, кстати, то, что это ребит. Но, опять же, не супер. Так, ладно, окей. В граффити, кстати, сделано. Тематика жопер. Ну, очень круто. Не осуждаю. Но, ну, тематика жопер. Так, давай дальше поехали. Да задолбал этот деб, блять. А в чем мем? Че за деб? Да вот, видимо, да. Вот это круто. Да, это прикольно сделано.
Но тут непонятно, два разных стиля. Как будто, там типа, одна картинка уже была взята, и вторая картинка... Ну, типа, но, я не очень понимаю. Но прикольно то, что он с кристаллом. Тут понятно то, что не скачанная картинка. Потому что, типа, жопер с кристаллом идет взрывать. Вот это прикольно. Ну, всё, я заскринил. Ну, вот это как будто лишнее. Но я на всякий случай тоже, типа, лайк поставлю. Окей. What? Ладно, окей. Так, давай дальше, поехали. Вот это прикольненький. Неплохо, мне нравится стилистика. Да. Так, тоже лайк поставлю. Ты сделал скрин? Да, я сделал. Есть. Так, ну это нормально, типа, вот, вот это тоже. Реакты. Да. Нормально. Ну, вот это мне нравится, ну, типа, дерьмовенько сделано, естественно, да, но мне нравится, как улыбка сделана, как будто реально кровью рисовали. Осуждаю, если это реально было нарисовано кровью. Это бан. Так. Хороший арт, нормально. Вот это тоже хороший арт. Хороший арт. Мачо. Это рофильный. Так, ладно, давай дальше. Так, едем. Хороший арт. Хороший арт. Кстати, нету, у жопера нету этих синих штук. У жопера нету. Жопер это не как его. Вот он, жопер. У него нет этих синих штук. А вот там выше граффити, если бы нормально нарисовали, то, в принципе, хайпово было бы. А ну. Вот это вот? Да. Но если ну, прикольное, его... да. Это второе, кстати, прикольное граффити. Так, куда дальше едем? Едем вот сюда. Вот, ну, тут прикольно, но сдалека выглядело, пока я не увеличил. А так что-то размыто. Но в любом случае прикольно. Так, есть вот такой, но это какой-то бан чуть-чуть. Так, давай по Nexel. Хайпово. А тут нету... Подожди, а где подпись? А, вот, типа 0812. Заскринить? Я думаю, да. Подожди, сейчас я лайк поставлю. Заскринить. Все, заскринил. Есть. Давай дальше. Блин, надо было сортировку сделать в хронологическом порядке, а не в самые понравившиеся, а потом самые не понравившиеся. Так. Ну я ясно, в смысле. То есть, собственно, опять же, непонятно. О, ниже. Вот это прикольненько. Это прикольненько. Сейчас заспринил. Сделаешь? Да, так. Все. Так. Ну, я лайк сюда поставлю. Так, теперь вот это. Вот это очень круто. Прям как будто стилистика, как будто какого-то постера для фильма. Вот это прям лайк. Вот это круто. Вот это прям круто. Напоминаю, что важно было писать на конкурс 8.12, чтобы было понятно, что это не подделочка реально. И все красиво. Но вот это прям круто. Очень крутое лицо. И это реально как будто постер фильма. Вот. Можно выкладывать в Instagram. Так, давай дальше. Ну, тут пиксель-артик такой. Угу. Но опять же, зацените. Вот надпись, да, конкурс здесь и здесь конкурс. Зачем, типа, было делать две надписи, если, ну, пиксель-артовая надпись, все сразу понятно. Так, тоже лайк поставлю. Давай по Nexel идем. Да, лайк поставлю. Тут я не очень понимаю. Тут написано жопер, окей, да? Но... вот на конкурс. Сейчас. Ну, как будто просто реально скачанная картинка. И зачем вот это добавлять? Ну, вот тут вот все написано, типа 8-12, я насколько понимаю. Вот. Или я не понимаю, что тут написано. Но зачем вот это писать? Это сразу наоборот агрит. Так, и есть еще одна картинка. Вот такая вот. Тут бан есть. Вот это круто. Вот это круто сделано. Я заскриншотил бота. Так, есть. И я лайк ставлю. Вот это клево сделано. Прям свой стиль крутой. Так, едем дальше. Ну, такой опять... Да, блин, это треугольники! Меня бесят эти треугольники из фильма! Я не тот! Жопер не тот! Вот, ну ладно, нормально. Тут и на конкурс написано. Ну и лицо прикольное. Типа милое слышь. Лицо анимешное. Вот. Ты заскринил вот это вот? Вот это скриним? Я пока рисовал, я дрочил. Бля, прикольно.
Прикольно. А, и выше на арт нажми, я забыл заскринить этого парня. Вот этого? Да. Давай, 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 скринь. Все, давай. Так, он вот этот вот, вот этот вот. Этот заскринил тоже. Клевый, 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 клевый. Клево сделан. Так, давай дальше. Да. Да. Так, подожди, я забыл лайк вот сюда поставить. Так, едем дальше. Ну, я не знаю, в Окселе они подходят вообще или не подходят. Да, конкурс, вот эта фигня, это выглядит, как будто чел с телефона скачал картинку и в пробу закинул. Ну, да, как вариант. Вот это прикольно тоже. Прикольно то, что я настоящий, и добавили вот этих вот штучек. И это красками рисовалось. Кайфы. Так, ставим ликера. Ликер поставлен. Так. Нах, конкурс. Красиво. Красиво. Годи деньги. Тут не написано, что на конкурс. Бан. Так, вот это вот. Да треугольники, эти треугольники, блядь. Ну то, что жирненький, он такой с двойным подбородком. Вот это прикольно. Как в Гачимуче. Так, короче, лайк на всякий случай, подожди, поставлю. И где еще я не поставил лайк? А не, везде поставил, все, давай дальше. Так, ладно, окей. Два одинаковых арта, кстати, да, там выше так, такой же. Так. Нет, тут типа есть надписи на конкурс, а есть надписи не на конкурс, нормальная тема. Так, давай дальше. Вот тут вот прикольненькое лицо сделано. Сишка крутая, клево сделан. Тут я не думаю, что тут миллион усилий было затрачено по сравнению с другими, но выглядит прикольно, реально. Так, ты вот этот заскринь? Да, я заскринил. Угу, угу, угу. Жопер, жопер, жопера стримера не лайкнул. Сейчас, подожди. А какой жопер стример? А, вот ниже, который Владимир Семенов там. Сейчас, подожди, лайк есть? Где еще? Вот, вот этот ёжик. Вот этот? Так я его и не особо хотел лайкать. Так, идем дальше. Идем, 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 идем. Этот лайкнул. Так, ну тут нормалды. Никита, кстати, еще присутствует. Это, ну, вот чисто за Никиту лайк. Вот, потому что когда команда есть, это клево. Так, есть гифка. Ну вот это прикольная тема. Этот имя. Диана Пиксел Туна, все заскринил. Возьму, возьму. С гифкой тоже классно. Так. Сейчас. Тут не очень понятно, что это жопер, если честно. Тут есть подпись, она за вебкой вот находится. Но здесь не очень понятно, что это жопер. Вот тут сразу понятно, что это жопер. Так. Ну там треугольники. Тоже. Вот это что в руках? Бан. Это бан. Вот это прикольный. Это прикольный. Все заскринил. Так, давай этот сюда лайк. Так, вот это... А, я даже сначала не заметил. Тут клево, что жопер убегает. Тут какая-то типа своя история есть. Тоже заскринь, заскринь. А, Денис Быков, он меня в ЧС кинул. Ну и пошел он нахуй. Вот это такой прикольненький чисто. Вот это прикольненький, мне нравится его лицо чисто. Лайк. Вырезки твои. Вот вернись на тот этот. Где, 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 чё? Вот, ну вот так, ниже, ниже, ниже. Под овечками. Вот это? Левый, правый, а, угол. Ты про вот этого? Да, 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 да. Хайповый парень. Такс. Вот это. Круто. Прям круто. Ты заскринил? Да. Есть лайк. Потом вот это вот. Клево это, тоже. Это, клево, клево, да, клево. Деп, блядь. За деп бан. К фильму похоже. Да, 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 да. Лайк. Вот это одно из лучших граффити, которое я видел. Это прям граффити, клево. Тут мини-комикс даже какой-то есть. Никто не знает меня. И смотрите, типа сам себе красками рисую. Клево, клево, клево. Тоже, тоже это в скрин попадает и в лайк. Не, ну клё, ну реально круто, но
Жопер, тематика жопер была. Девайс, это у него вроде арт спиздили на прошлом конкурсе. Подождите, мне пишут то, что Даша Виндя... так, Даша Виндяева, скипнули Дашу Виндяеву. Сейчас, подожди, где? Давно или нет? Где я скипнул? Да, ну нормально, в принципе, нормально. Да, нормально уже. Да, а, нормально. Блин, я не знаю, за граффити, типа, ставить лайк или не ставить. Ну, короче, наверное, бан. Так, вот это как бы прикольненько, но как бы... Ну, тут и подпись есть, но я не вижу здесь жопера. Я вижу тут из фильма «Джокер» арт вот с этими треугольниками и красным носом. Вот, ну и типа не вижу, ну клевый арт, но он что-то я не вижу типа жопера здесь где-то. Это не жопер. Вряд ли это тоже жопер. Вот это жопер, вот он. Ля, сука. Криповый парень. Так, ну тут мини лайк поставлю. Блин, вот это клевый. Карандашом. А, нет, это краска. Это и красками, я так предполагаю, и карандаш тут есть. Ну, вот это клево. Так, вот это клево. Так, давай по Некселю. Ну, вот это я просто отмечу, то, что прикольненько нарисовано. Но вряд ли, конечно, он куда-то... Ля, сука! Жопер! Ну, вот это тоже лайк. Тут сейчас поставлю лайк, реально. Так, давай по Некселю идем. Я думал, деньги нарисованы. Сдалека было видно, как будто деньги нарисованы-то, блядь. Так, давай по Некселю. Вот тут вот 10 тысяч вариантов арта. Не понял, зачем. А, более яркие какие-то версии. Ну, вот это, да, это прям подходит. Ну, отличная работа, реально. Лайк. Я скорее ему миллион денег отошлю. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, вот это прикольно. О, слышь, там выше этот ревьюшн какая-то. Ща-ща-ща-ща-ща, зацени вот это, заскринь пока вот это вот. А, это заскринь. Так, и я сейчас лайк поставлю. Куда? Я боюсь открывать, потому что там что-то на кровати происходит, я боюсь. Ладно, сейчас. А, я видел аватарку этого бота, он в чат спамил. Ну ладно, заскринь. Вот это тоже крутая работа. Тут есть подпись, она за вебкой, все, верим. И если что, это Рейвхуд нарисовал, верим. Это лайк. Так, теперь... Ну вот это тоже прикольненький, мне текст нравится, и как выглядит. Жопер, и цифра пятерочка красиво есть. И вот эти надписи на заднем плане. Если честно, я бы написал бы по поводу идеи для мерча, потому что если была бы просто белая майка и вот так вот типа красками написано жопер, или вот так вот было бы. Блять, я хочу это на майку добавить. Пацан, кто бы купил бы такую майку? Чисто у тебя белая майка и красным вот так вот написано жопер. Вот именно этим шрифтом вот так вот. Просто вырезать отсюда и написать жопер. А, так, смотри, мне тут этот... я нашел эту Дашу, которую скипнули, и она тут прислала арт. Вот это класс. Ну, тут не класс то, что рука левая, но ладонь правая. Но в любом случае класс. Мне прям нравится. Кайфы. Ну, это нормально, это две правых руки. У него эбало крутое. Да. Зачем я закрыл? Так, короче, скрин и лайк. Давай дальше едем. Это прикольно. Тут как бы пикселями, но прикольно. Вот. Но эти треугольники, блядь! Нормально. Почему такой возмущенный? Так, поехали. Вот это прикольно, ловушка Жапера. Я так полагаю, это тот же самый, чьи смайлики мы сегодня добавили. Ловушка Жапера прикольно выглядит. Мини-лайк ставлю. Вот. Вот это... Я не уверен, но как будто это вставленная картинка. Я не осмелюсь предположить. Но есть давай, у меня предположение, как будто это прям вставленная картинка. Так. Буду... Блять, граффити божественные. Я в следующий раз предлагаю сделать конкурс граффити.
Могу оформить в кит в натуре. Вот это тоже прикольно. Не особо, но я бы поставил бы... У меня всегда заставки на телефонах связанные как-то со мной и с артами, которые вы делаете. Вот. Вот это вот было бы прикольно. Я бы убрал бы вот отсюда надпись. Вот отсюда бы надпись убрал бы. Вот эту надпись бы тоже бы убрал. И чисто бы на телефон бы поставил. Для телефона прикольно. А, кстати, еще вот такой вопрос. Можно отдать лицензию Майнкрафта с почтой, но чтобы человек не смог как-то зайти на эту почту, или я не знаю. Ну, ты просто даешь логин и пароль, он его там восстановить не сможет. Ну, лучше не надо, если не доверяешь человеку. Да не, я просто этот лицуху и проходку на СП купил, а сам не играю. Думаю, в этот... Ва-ва-ва, мы такое осуждаем, что он сейчас говорит. Мы такое не поддерживаем. Вот это прикольно сделано. Так мусорно как-то, ну, типа, если моргать очень часто, ничего не поймешь. Но сделано клево. Вот это сделано клево. Сейчас, подожди, да, я рассмотрю. И тут, типа, я есть в рамочке, или где это? Это не рамочка, как это, ну, вы поняли, да? Комиксный такой. Вот он тут мало видно, но вот за скринь вот так. Я лайк поставлю тоже. Так, есть, идем? Да, да. Так, сейчас. Я просто зарофлил, окей. Вот это вот, ну, приколдесы на то, что волосатое все, прикол. Вот скриншот это. А, да нормально. Вот это прикольный еблет. Следующий, вот это вот кайфовый стиль, вообще кайфовый, реально. Кайфовый стиль. Лайк, лайк. За скрин? За скрин, за скрин? Все, да. Угу. Кайфово. Ну, с одной стороны, очень хорошо, но с другой стороны, очень оскорбительно для жопера. Он не какает. Жопер не какает. Я все равно лайк поставлю, клево. Выдели, выдели с фоткой. Зарофл. Так, есть. Лё, сука, сатана, блядь. Прикол. Прикол, прикол. И надпись прикольно вписана сзади. Клево. Так, тоже лайк. Ты заскринил вот это? Сатану. Так, вот это вот на листе бумаги клево сделано. Да сука, эти треугольники, блядь, это не жопер, это не жопер, жопера треугольников нету, блядь. Извините, лайк. Да, блядь, нет. Жопер так не делает. Жопер, клевый арт, но жопер так не делает. Он не рисует себе ебучие треугольники. Но арт кайфовый. Арт ставлю, ну, как бы, арт класс, класс. Лайк. Лайк, лайк. Лайк. Так. Вот это прикольно. Надпись очень круто вставлена тут под шов. Да, нормально, это не важно. Они обгорели после пожара. Да, нормально. Так. Вот это прикольно, но я тут не вижу, что это жопер. Типа, не очень понятно, что это жопер реально. Это же жопиня? Так, ну, ты заскринил вот это вот? Да. Заскрин. Так, теперь... Да, блядь, ну жопер так не делает! Ну не делает так жопер, ну не делает! Ну то, что с Никитой лайк ставим, короче. Заскрин, 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 заскрин. Так. Лайк. Так, вот это прикольно, типа наклонит. Жопересса. Вот это прикольно. Скрин, скрин, скрин. Так, есть. Блэд. Так, много кайфовых работ. Еба. Зацените сзади, типа, Брисон, Флексит. Это у Лемикса, по-моему, разные глаза такие. И жопер такой крутой едет за рулем, блядь. Блядь, вот это охеренно. Вот это охеренно сделано. Блин, прям такая большая крутая работа. Вот это очень круто. Блять, вот тут один Глэк в чате пишет то, что треугольники в фильме Джокера были, блять. Ну, треугольники в фильме Джокера были, но Джопер это не фильм Джокер. Джопер, он слизан с Хита Леджера, во-первых, а во-вторых, с меня. Там больше тот Джокер, который был в Бэтмене, когда, типа, вторая часть был нолановский Бэтмен. Ёбаный насрал, я боюсь это открывать, там такие буферамбы. А ну. Ай! Ай, сломал! Все! Сейчас, подожди, теперь чинить. Подожди, подожди, подожди.
Так, я уже близко. Сейчас. Я все сломал, я случайно на колесико мыши нажал. Так. Бля, зацените эту жопересу. Жду фул. Жду фул. Ха-ха. Блин, ну жопереса прям красотка. И тут, понимаете, здесь больше понятно, что это жопер, чем с этими треугольниками, когда рисуют. Тут понятно, что это жопер, потому что цвета те самые, которые надо. Вот. И корявый, блядь. Ну ладно, все, все, это лайк. Ну, жопереса лайк получает. Так. Ты заскринил? Да-да-да. Так, вот это вот. Ну, прикольненький, ну такой, что-то типа... За икону осуждаем. А? А, ну ладно, все, ну ладно, да. Ну нормально, все равно лайк. Так, давай по Некселю идем. А, вот это прикольный стиль. Это стиль этого секс-бомбы. А? Ну, знаешь, с этого секс-бомбу. Да-да-да-да-да-да-да-да. Это же его стиль. Как? Я секс-бомба. Ты заскрини, вот это прикольно. Да-да-да. Так, лайк ставим. А, вот это вообще кайфово. Круто, что это сделано в реале, и это как будто листовка с жопером, прям сорванная с дома какого-нибудь. Зацените, не пистолет держит, а руку, в которой пистолет. Капец. Да, у меня стрим моментами лагает. Капец. Ну это Дискорд, придется жить так. Вот это капец круто, это лайк. Лайк. Это я заметил. Есть. Ладно. Блэд. А, фух, я думал зло. Ладно. Ладно. Понял, понимаю. Так. Блин, кайфовый арт, реально. Круто. Это прям жопер реально едет. Крутой жопер. Да. Наверное, даже, быть может, рисовалось, ну, типа, реально рисовалось для конкурса. Но это не, ну, это же не жопер. Но там пруфы ниже есть. Ну. А, ну да, типа рисовалась, видимо, специально для конкурса. Но это не жопер. Так. По Некселю едем. Boy Next Door. Вот это клево. Ну, жопер так не выглядит, но это так клево. Вот это крутая штука. У тебя прям есть какое-то свое видение классное. Лайк, это лайк. Так, ставлю лайк. Ты заскринил? Да-да-да. Угу. Это прикольный жопер. Но я думаю, не лайк. Так, давай дальше. Ну, это не лайк. Там в кармане был фак, прикольно сделано. Я жопер, мне похер. Ну, такое мы уже чекали. Нормально. Неплохо. Так. Блин, ну я не знаю, но до лайка не дотягивает. Типа, у нас уже гораздо круче есть работы. У нас уже... Еба, вот это кайфовый. Сейчас я тебе скажу, сколько у нас уже скринов набрало. Вот это за скрин сейчас и говори. Давай, я заскринил. Сейчас. Угу. Так. Деп. Сейчас, папка. Есть, ой, делай просто. Получается, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Угу. Сейчас. По центре вы можете, те, которым я лайки ставлю, можете вы, зрители, пойти лайки поставить, чтобы они в топе поднялись, и мы, ну, удобнее было отбирать. Так, да. Сэр, уже мы продолжим. Еба. Так, ладно. Ну, я прикольный. Это тоже прикольный. Это прикольный. Вот это прикольный, то, что это типа моя фотка реально, но она чуть-чуть переделана и под жопера, и крыска, и есть бита, клево. Ну, ее бы разрисовать, вот эту картиночку. Так, ну, прикольный. Ладно. Ладно, понял. О, у него лего прикольное там. Где? Назад. Вот этот, первый скрин. Там он по бокам. А чё это? А мне бы такое. Вон. Подожди, слева. Это был какой-то, это лего классик называется, по-моему, да. Да, я хотел однажды себе купить, кстати. Бля, я в Сочи так. Видел. Ладно. Это как будто это из клипа про, да, жопера, очень стиль похож тот.
Ну, это прикольно. Так. Это было, я помню, это было в предложке уже. Это прикольненький жокер. Еба! Вот это жопер! Вот это кайфовый жокер. Вот этот жопер лайк получает. Так. Лайк. Ты заскринил? Заскрин? Да. Есть. Так. Вот это прикольный стиль. Ёкарный бабай, кстати. Причем тут, ну, нормально. Так. Блять. Иногда происходит пролаг, из-за которого я очень боюсь. Тут, это нарисовано этой, как его, граффити. Прикольно. Блин, ну, пожалуйста, не залагай. Залагала, блядь. Все, я ничего не могу сделать по центре. Бля, самое печальное. Все. Я не могу, подожди, не могу эту картинку открыть. Она реально не открывается. Это не картинка, как будто. Это граффити, скорее всего. Ну, знаешь, как этот картинки в граффити заливают некоторые? Там можно как-то было. А, вот, открылась. Кайфовая. Кайф. Но не подписывается почему-то человек, какой-то баг. Баг. Ну, заскринь вот так вот, но это кайфовая картинка. Все, заскринил. Так, лайк сработал. Так, давай дальше. Вот этот как бы жопер, но как бы не очень жопер, но нормально. Ну, типа, не то, что это не очень картинка, а не то, что не очень похож на жопера. Вот этот вот прикольный. Ну, мне такой стиль нравится, он какой-то прикольный такой, типа мультяшный, тоже лайк. Так, давай дальше. Ты очень. Окей. Да, этот прикольный стреляющий шопер. Давай, тоже. Так, я думаю, нам нужно будет потихоньку закругляться. Нам надо будет, ну, в любом случае, типа, работы-то принимались до 22.00, нам надо будет до 22.00 досмотреть. А потом... А ну, уже все, слышишь, смотри, 45 минут работы, все, пошли, бам. А, это, кстати, реально, да. Походу, да. Жаль. Сейчас, подожди, а видимо, и не будет. Сейчас, подожди, вот это вот. Вот это кайфовый. Вот это кайфовый прям. Ну, просто, знаешь, некоторые могли кидать именно тогда, когда ты начинал смотреть, так что я думаю... Ну, это так, бам. Ты вот это заскринь, вот это. Да, я это заскринил. А, есть. Так. Вот это мне нравится, но есть работы получше, но прикольно выглядит. Ну, клёвый жопер. Что-то нормально. Джокер. Джопер. Вот это прикольненько. Так. Едем. А, ой, нет, фух, я думал, это все. Так. JPG, а ну-ка. А тут по новой, кстати, арты пошли. Нормально. А, да, реально, вот этот уже был. Но он зачем-то, наверное, это он скинул второй раз. Так, сейчас. Вот это крутой. Вот это возьми. Угу. Стиль тоже хайповый. Да. Так. Ну, как бы да, но как бы нет, непонятно. Ебать, это что за жопереса, блядь? Ля. Чтобы ну, мы... у меня плески через 8 минут. Есть. Теперь. Ты заскринил? Да. Так, вот это прикольный, но я его как будто где-то уже видел. Вот это прикольно сделано. Но я так полагаю, то, что это ну, достаточно чисто срисовать и обвести. Но прикольно, я чисто лайк поставлю, но скринить, наверное, не надо. Так, ну понятно, вот это вот. Да но... Так. Это уже, по-моему, как будто было, хотя не было. Но с летящими деньгами уже 10 тысяч артов было. Вот этот вот. Прикольный, но он на жопера не очень похож, но прикольный. Прикольный. Так, мы его, наверное, лайкнем. Так. Ладно. Я, кстати, ромб на глазу жопера. Да. Да. Так, вот это тоже уже было. Это было уже третий раз. Вот это прикольная херня. Вот это прикольная херня. Классная, да, классная. Так, лайк получается сюда. Теперь едем. Вот это прикольный.
Вот он. Клевый, клевый. Возьми за скрин. Так. Лайк. Давай дальше. Ладно. Бля, я и забыл. Ладно. Ладно. Блять, это настоящий мистер Ека, пацаны. Это его ВКонтакте. Ладно. Я боюсь то, что там у кого-то арт украли, потому что много повторяющихся. За артов. Идею круто то, что это жопер. В прошлом конкурсе ты одному или типам дал стикеры, кто украл арт. Ну, да, нормально. Вот это прикольно. Вот это прикольный такой жоперчик. Но не очень жопер, но прикольный жоперчик. Тут понятно, что это я и типа связано со стримом. Так. Это Харли Квинн, мне кажется. Это Соня Квинн. Подождите, что я пропустил? Так я не специально, я не смотрю все, я смотрю по маленькой картинке. Если я понимаю то, что оно уже не будет... А, не, ну это прикольно. Если я понимаю, что оно не будет уже как бы в конкурсе, то я не открываю особо. Но прикольно. Так, едем по Nexilio. Ну, тут нормально. Вот это 10 тысяч раз уже кидали, это из предложки прямо. Здесь уже арты, которые в срок не успели. Подожди, а как понять именно время? Не 38 минут назад, а чтобы они во время не попадали. Так, блин, это в любом случае сердечко. Это получается в 22:29 пацанчик кинул. А там было написано то, что до 22:30. А, да. Ну ладно. Опять же непонятно, да? Но тут видно прям, что это... Ну, а тут даже... Что тут обсуждать? Так. Вот это, ну блин, это и как бы и прикольно, но как бы и не арт. Хотя это арт. Вот это... Ну, крутой жопер. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Прикол. Так, тут мини-лайк получается. Вот это прикольно, типа это как карта оформлена. Вот это прикольно. Только я не вижу, где здесь типа 8-12. Так. Это тоже прикольно, но я не думаю, что... Ну, типа, я не вижу тут джопера, и я вижу, как будто здесь просто наслоена надпись, да, реально, на штуку. Так. Вот это прикольный. Но, по-моему, он скачен, я не уверен. Так. А, ну да, и, видимо, уже все. И дальше пошли уже... Да, уже дальше пошли баны. Сейчас, подождите, я экран отключу, чтобы удостовериться. Ну да. Дальше уже все. А, это уже и конец, ребят. Так, теперь нам надо все те, которые я лайкнул, из них отобрать 5 лучших. Все. Ребят, сейчас будет ссылка на группу. Ловите. Ловите. Ловите, ловите, ловите. Ловите, 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 ловите. Ловите, ловите, ловите. Ловите. Ну и получается, голосуйте реально. Я не буду голосовать, чтобы никого не прошло 2 секунды, я там уже в комментариях деб, да ебаный ты сыр. Блять, удаляйте этих дебов. Уэ! Так, у нас в голосовании поучаствовало сейчас 82 человека, реально. Одна минута, кстати, написано, что осталось. О, ну хайпово. Так, обновляю. Сколько? Пацантре, сходите, 159 человек проголосовало, на стриме 1700 сидит. Сходите, проголосуйте, пожалуйста. Вот, ловите еще раз. Ну я чисто свой голос тоже. Только не говори, за что ты. Не озвучивай. Так, осталась одна минута до сих пор. Сейчас будет написано уже осталось меньше минуты. Да, осталось меньше минуты. 304 голоса. Сейчас. Фух. Надеюсь, что все нормально будет. Так. 459 человек проголосовало, меньше минуты остается. И вроде как 3, 2, 1. Все, должно завершиться сейчас. Олер выиграл 9. Так, выиграл 9. Ну, блин, ну если честно, если бы вы его не выбрали, я бы его выбрал сам. Вот. А, значит, 9 у нас уже автоматом побеждает, так? Так, откладываем 9.
Ща. Сейчас я как-то по скринам найду его имя. Нет, да давай, ну попозже, и уже понятно, что 9-й нормально. Все, голосование завершено. 9-го мы кикаем, он уже победил. Так, в таком случае у нас выходят вот такие победители. Сейчас. Есть. И есть. Итак. Секите сюда. Победители. Вот эта картинка. Вот эта картинка. Вот эта картинка. И вот эта картинка. И вот эта картинка. Нет, все говорят нет, так то мне тоже так больше. Да никогда довольных не будет, но мне нравятся вот эти картинки, они реально классные. Все. Кто недоволен, что того на войну отправляет. Чё? Кто недоволен, того на войну в Карабах либо на Донбасс. Осуждаем. Не, мне кажется, то, что они реально, у них крутые работы. Вот каждая работа, она отличается прям полноценно друг от друга. Это все крутые работы. Мне вот это вот очень понравилось. Тем более, ладно, было бы одно призовое место, был бы еще смысл воевать, но их 5 призовых мест. Мне она нравится. Кто говорит, что это кал? Мне она нравится. Тут и точечки прикольные, блестяшки. Это все рисовалось красочками. Мне нравится. Я ее выбрал как бы от себя. Он от себя выбрал, я от себя. Еще плюс от зрителей еще одну выбрали. И путем отсеивания еще две выбрали. Фух. Все, вы какашки, блин. Никогда не буду проводить тогда конкурсы, если вы будете так бомбить. Надо всегда в конкурсе писать.